Від викладача до директора в Запоріжжі стартував унікальний проект. Він направлений на те, аби навчити викладачів школи управлінським навичкам, щоб у майбутньому з них вийшли гарні завучі та директори. Такому проекту в Україні аналогів немає. В його програму входить 3 сесії та онлайн-конференції з експертами. А в інтерактивній формі запорізьких педагогів навчатимуть азам управління. Про те, як пройшла перша сесія, розповість Дар'я Сімутіна, а потім повернемося в студію. З пісні розпочинається перша сесія для вчителів. В залі зібрались представники влади, українські експерти з менеджменту та самі викладачі. Першим слово бере міський голова Володимир Буряк. Ті 100 чоловік, які сьогодні пройшли відбір, от на сьогоднішній день, я вважаю, що достойні того, щоб дійсно управляти процесом майбутнього навчання. Щоб володіти цим процесом, вчителі повинні мати певні навички. Человек должен быть харизматиком и иметь определенные знания, умения, навыки, иметь готовность действовать в различных ситуациях, рисковать, принимать ответственность, брать ее на себя. Более того, вести коллектив за собой, иногда в ситуацию дискомфорта, для того, чтобы преодолеть ее. Щоб володіти цими навичками, вчителі разом із модераторами проєкту поїхали до шкіл. Тут за чашкою кави обговорили перше завдання із проєкту – зробити нову модель державного громадського управління. Тема, яку ми сьогодні досліджуємо, повинна стати допомогою в управлінні навчальним закладом. І сьогодні ми повинні з моєю групою, 25 учасників, побудувати таку модель, яка буде успішно працювати у навчальних закладах міста Запоріжжя. До обговорення цієї моделі залучилася і вчителька історії Людмила Рибалко. Вона вже 25 років навчає дітей. Дізнавшись про проєкт, вирішила взяти в ньому участь, аби у майбутньому стати завучем або директором. Учитель, он может что-то сделать на уровне своего класса, если он классный руководитель. А администрация, она может сделать уже на уровне школы и вовлечь в это какое-то интересное, новое, инновационное уже всех учителей, всех детей своей школы. У вчителів є можливість протягом року проходити подібні завдання, брати участь в онлайн-конференціях із українськими експертами в галузі управління. За результатами захисту вже буде зрозуміло, хто буде претендентами на те, щоб очолити наші освітні заклади і повести їх шляхом до успіху у реформованій освітній галузі. Перший день проєкту закінчився успішно, кажуть його учасники, адже кожен для себе зміг обрати правильну модель управлінської поведінки. Але це ще не кінець, говорять модератори. Далі вчителів чекає ще багато цікавого. Дар'я Сімутіна, Володимир Шот, телеканал ЗЕТ. Отже, гість в студії Юлія Погребняк, директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Вітаю вас, пані Юлія, в нашій студії. Отже, ми бачимо, що формується певний кадровий резерв для того, щоб змінити з часом, да, або покращити, скажімо, і комплектацію директорів шкіл, щоб вже зараз їх підготувати, щоб вони були фахівцями. Взагалі, наскільки це важливо сьогодні отак готувати резерви? Вы знаете, я искренне полагаю, что кадровый вопрос один из самых острых, и не только в системе образования. Возьмем производство, бизнес, частный, и основной вопрос, который тревожит на сегодняшний момент топ-менеджмент, это в первую очередь вопрос подготовки кадров. Это специалисты, которые способны реагировать в условиях постоянного изменения. И для города Запорожья, для системы образования нет исключения в этом направлении. Мы сегодня говорим о том, что проект пилотный, который мы запускаем, уникален по большому счету не только для города Запорожья. Он уникален для всей Украины. И в течение всего года будет проходить обучение наших специалистов. Это простые учителя, возможно, где-то заместители директоров школ, методисты, воспитатели дошкольных учебных заведений, которые будут иметь уникальную возможность общаться в среде, которую создает департамент, для того, чтобы получать новые знания, нарабатывать коммуникации, выстраивать ту форму мышления, по большому счету, которая интересна нашему городу в системе управления образованием. И этот проект – это социальный лифт.
потому что мы готовим на сегодняшний момент агентов изменений в системе образования. И не случайно наш министр Лилия Гриневич неоднократно говорила, что наши учителя, наши педагоги, наши управленцы – это и есть те люди, которые несут изменения, особенно в унисон принятию проекта концепции новой украинской школы. И для нас знаково и значимо, что к этому проекту сегодня подключаются представители крупных предприятий, бизнесмены, депутатский корпус города Запорожья, известные по всей Украине наши деятели в системе образования, имеющие уникальный опыт за плечами, профессиональный опыт практиков, теоретиков одновременно, которые имеют отношение к созданию нового закона об образовании, который принят в первом чтении. И я бы сказала, что этот проект, это проект персональной ответственности, профессиональной ответственности людей, которые работают в проектной команде над ним. Власне, хотіла запитати, цей проект – це ваша ініціатива, ініціатива міської влади? Да, это проект, который на сегодняшний момент инициирован департаментом образования и науки города Запорожья при поддержке нашего мэра Владимира Викторовича. И я думаю, что фактаж присутствия людей и их заинтересованность в этом проекте говорит сама за себя. У нас более 600 заявок и всего сотня отобранных людей. Достаточно жесткая конкуренция по факту, которую мы имеем. И я радуюсь одновременно, что большое количество специалистов вне возрастных характеристик подключилось к этому проекту. И опытные профессионалы, уже занимающие, скажем так, в системе определенные позиции, например, заместители директора или методисты есть, и молодые специалисты, которые прошли отборочный тур, а их было несколько отборочных туров, это и собеседование, и тестирование, и защита проекта, и подача рекомендационных писем от известных людей нашего города, которые поддержали конкретную кандидатуру. И мы имеем возможность работать с лучшими из лучших на сегодняшний момент. Це прекрасно. Хочу нагадати нашим глядачам, що вони можуть приєднатися до нашої розмови, залишаючи свої запитання на сторінці телеканалу ЗЕТ у Фейсбуці. Пані Юлія, ви також прийшли до департаменту як керівник, будучи директором школи. Да. У вас є неабиякий досвід. От як ви вважаєте, ми розуміємо, що кадровий резерв якраз готує директорів шкіл на майбутнє, так, фахівців в галузі освіти. Яким має бути ефективний директор? Ваші секрети успіху? Ну, ви знаєте, я думаю, що очень важно не только набор профессиональных знаний и умений, которым обладает человек, очень важны личностные качества, способность коммуницировать с социумом, возможность выстраивать отношения с людьми, со всеми субъектами образовательной деятельности, которые на сегодняшний момент заинтересованы в процессе и в результате. А это один результат – это сделать наших детей счастливыми на самом деле. И кроме профессиональных компетенций, о которых мы говорим, это и готовность рисковать, и готовность на сегодняшний момент принимать ответственность, быть мобильным в рамках потока информации. Мы говорим еще о том, что человек, наверное, должен определенными харизматическими обладать чертами, и есть огромное количество теорий лидерства, которые стоит погружаться и изучать. Ну и кроме того, это постоянное саморазвитие. Я имею, например, как руководитель нескольких высших образований, защитила кандидатскую и на сегодняшний момент не останавливаюсь на достигнутом. Это моя позиция внутренняя. То есть я за любое новое знание, даже если оно претерпевает изменения и достаточно жестко требует погружения во времени, мы все равно должны на это соглашаться. И быть способным не только решать серию задач в учебном заведении, этот труд руководителя в школе или в саду очень часто недооценен на самом деле. И он не так виден,
потому что это результат работы всего коллектива, не только персонально руководителя. А ми, до речі, запитали у запоріжців, запропонували їм згадати дитинство, і вам, власне, так само зараз пропоную згадати їх улюблені предмети в школі. Давайте подивимося опитування, а потім повернемося до студії, власне, якраз згадаємо ваш улюблений предмет і продовжимо розмову. Увага на екран. Математика, алгебра именно. Биология у меня любимый был предмет. История. Физкультура. Почему? Это было интересно. Физкультура. А почему? Потому что я люблю заниматься спортом. Я могу сказать, что у меня был хороший учитель по математике. География. Мне нравилось изучать разные страны, и я когда-то хочу попутешествовать по миру. Русский язык и английский. Математика. Почему? Люблю считать. Особенно денежки. Физкультура. Русский язык, однозначно. Почему? Это любимая учительница ассоциации с ней. Она привела любовь к предмету. История. Ну, от, власне, улюблений предмет – це перш за все улюблений вчитель. Нагадаю, що гість в студії Юлія Погребняк, директорка Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Юлія, а ваш який був улюблений предмет? Вы знаете, я бы не вычленила на самом деле любой мой предмет на сегодняшний момент, потому что я была ребенком любознательным, погружалась, старалась максимально в предметы, достаточно хорошо закончила школу. Единственное, что у меня были проблемы некоторые с поведением, это надо признать, потому что учителя немного мою активность в плане правильном русле направили, я была лидером в школе в определенном направлении, и при этом я думаю, что та ассоциация, которая сейчас возникает, и мы ее слышим у наших горожан, она по большому счету предметно проскальзывает у всех. Любимый учитель-любимый предмет. От учителя очень многое зависит. От его способности быть эмпатичным, преподавать правильно и грамотно, одновременно требовать и достигать результата. И не случайно очень многие специалисты мировой практики поднимают вопрос о том, что профессия педагога, она уникальна. Но одновременно идет и обратный эффект, он имеет быть место, это профессиональное выгорание. И мы в системе образования это понимаем и должны работать, сопровождать эти процессы. Потому что чего греха таить, у нас есть учителя, которых вообще к детям нельзя допускать, но их очень мало, слава Богу. Хороших значно більше, нашими звичайно, учителями. Да? От дивіться, сьогодні говорять про реформування в системі освіти, про зміну програм. От наскільки вчитель тоді встигає бути завжди цікавим для своїх учнів в першу чергу, для того, щоб їх зацікавити? Він не чи завжди він встигає, власне, і за тими змінами, які відбуваються в системі освіти, у програмах шкільних в тому числі? Чи достатньо швидко вони змінюються, чи навпаки мають мінливіше проходити ці зміни, от як ви гадаєте? Я вижу определенную тенденцию, которая сегодня в системе образования происходит и города Запорожья в том числе. Есть готовность к изменениям, и педагогическая среда к ней созрела, она ее принимает. Индивидуально, конечно, есть моменты, которые не могут не настораживать. И есть определенное сопротивление у некоторых учителей. Я все равно буду работать по-старому. Меня устраивает предыдущая система. Мы говорим о том, что мы живем в другое время. И каменный век когда-то закончился не потому, что закончились камни. У нас совершенно новые требования к учителю, новые требования к информации. Учитель уже не является единственным источником информации. Очень часто любой ученик быстрее является обладателем новых знаний, нежели сам учитель. Поэтому уметь мобильно подстраиваться под изменения – это одно из требований к современному учителю. А от, власне, вчитель, він має бути більше педагогом-вихователем, чи таки вчителем, який навчає і дає знання? Чи треба якось балансувати у цих межах, як гадаєте? Балансувати – це однозначно, тому що ми говоримо про учебно-воспитательній діяльності. Очень часто зміщається акцент и гиперответственность возлагается на учителя, в том числе и за воспитательные результаты. Угу. Давайте говорить открыто о том, что очень много зависит от того, с какой семьи приходит к нам ученик.
Как смотрят на самого учащегося дома, на ребенка? Какие требования перед ним выставляют? Мы сегодня говорим об очень важном, например, аспекте национально-патриотическом воспитании. И в программе развития системы образования города Запорожья это направление одно из приоритетных на сегодня. И мы понимаем, что не подключив родителей, мы не будем иметь эффекта в этом направлении и во многих других. И поэтому сегодня профессия педагога, она достаточно трудна. Она очень часто изматывающая, огромное количество бумаготворчества требуется. И слава богу, в министерстве слушают на сегодняшний момент те мотивы, переживания, которые выходят от простого учителя. Есть перегрузы в направлении подготовки документов. Сделайте нам возможность самостоятельного выбора, облегчите в этом направлении, говорит простой учитель. Дайте больше свободы. Вот в чем сегодня основная задача Департамента образования и науки города Запорожья в том числе. Сьогодні, з 1 вересня вже зміни певні дійшли до молодшої школи, до першачків, до перших класів, і якраз і говорилося про те, що вчителю мають і необхідно надати більшу свободу, в тому числі і у виборі програми, і темпів подачі цієї програми. Ви позитивно їх оцінюєте, я розумію? Однозначно. Це інструментарій, який дозволяє на сьогоднішній момент індивідуалізувати образування, диференціювати його. Звісно, це дуже тяжело робити, коли в класі сидить більше 30 чоловік. И тот подход министерства, он мне очень импонирует, который на сегодняшний момент присутствует. Мы видим о том, что большая свобода дается учителю, и, соответственно, результаты мы, я думаю, в ближайшее время уже увидим по отношению к нашим детям. И, да, многие говорят о том, что у нас устаревшая материально-техническая база и делают приоритетными направления в первую очередь в этом. Не совсем так. На самом деле мы должны выше смотреть на работу системы и понимать о том, что философия образования меняется во всем мире. Мы не должны отставать от этого. Уже с педагоги в нашей системе говорят о возможном создании интеллекта искусственного, как работать учителю в этом направлении, как быть современным и интересным ученику, то, что вы спрашивали, потому что очень часто наши ученики задают вопросы и ставят в растерянность учителей. Поэтому нам есть над чем работать, в каких направлениях развиваться. А для тих, для кого улюблений предмет в школі був історія, і, власне, для тих, хто історію полюбив трохи пізніше, а зараз в акцентах рубрика «Цей день в історії», а потім повернемося до обговорення. В студії в гостях наших акцентів Юлія Погребняк, директорка департаменту освіти Запорізької міської ради. А, власне, говорять багато про децентралізацію, і яка, до речі, збільшила відповідальність і навантаженість місцевого бюджету, в тому числі щодо фінансування системи освіти. Яким чином сьогодні співпрацюєте з депутатським корпусом? Чи достатньо фінансування виділяється з міського бюджету? Вы знаете, сегодня радует тот факт, что с депутатским корпусом и властью достигнуто артикулированное согласие по приоритету поддержки системы образования в городе Запорожье. Это достаточно солидный результат. И мы видим поддержку, которая на сегодняшний момент позволяет нам программно идти и системно в рамках поддержки учебных заведений. Это и для сравнения я вам приведу цифры. Например, в прошлом году на ремонтные работы выделено было 36 миллионов гривен, а в этом году 134 миллиона гривен для ремонтных работ разного уровня сложности по детским садам, по внешкольным учреждениям, по школам. Мы закрываем вопросы, связанные с организацией сопровождением безопасности детей. Это 800 тысяч гривен, которые выделены на кронирование спил деревьев, потому что сухие ветки, старые деревья, которые могут в любой момент травмировать детей, это проблема. Это вопросы, связанные с финансированием дератизации, дезинсекции. Это вопросы, связанные с тем, чтобы создать базу материально-техническую, спортивного оборудования, более 3 миллионов, которые сейчас будет производиться закупка
в школы нашего города. Мы на 17 с лишним миллионов гривен закупили компьютерной техники и поставим до конца года 111 новых компьютерных классов. Это из городского бюджета? Это все городской бюджет. Это та забота, которая на сегодняшний момент непосредственно отражается и на результате работы учебных заведений. И поэтому для нас очень важно работать в тандеме с депутатским корпусом, потому что наше видение, каким образом мы можем создать возможность для развития, не только поддержания, а развития учебных заведений, слава Богу, поддерживается. И на початку року була проблема, яку ставили власне на розгляд і батьки, недостатня кількість підручників, із якими було розпочато новий навчальний рік. Чи сьогодні вирішена ця проблема? Проблема з учебниками 4-х і 7-х класів, які були поставлені, повинні бути вже кілька років по новій програмі, в цьому році буде рішена. И уже до конца ноября месяца в полном объеме будут учебники поставлены в школы нашего города для наших детей. Программа по 8 классам и учебники – это деньги, которые выделены уже из государственного бюджета. И совершенно другой министерством выбран подход организации сопровождения поставок. Я думаю, мы очень быстро и оперативно сопроводим процесс получения в школах учебников и 8 классов в полном объеме в том числе. Ну и, власне, уже наостанок, дуже коротенько питання, не можу вас відпустити без того, щоб почути на його відповідь. Мені дуже цікаво, як ви, як керівник департаменту освіти Запорізької міської ради, бачите школу майбутнього. Якою вона має бути? Школа майбутньої України. Свободний. Я думаю, что на сегодняшний момент те механизмы, которые министерства запускают, они должны оставаться в приоритете. И тот отклик, который идет с мест, он презентабельно показывает о том, что мы идем по правильному пути. То есть она має бути вільною. Это гарантировано. Дуже вам дякую за можливість поспілкуватися в цій студії, почути цікаві речі. Нашим глядачам нагадаю, що це була Юлія Погребняк, директорка департаменту освіти Запорізької міської ради. А ви дивитеся «Акценти», ми працюємо в прямому ефірі на часі. Новини після зустрінемось в цій студії.